Всем привет! Это Фасадинг, и сегодня будем продолжать в игру, которую вы видите в названии в описании. Либо не в описании, либо в названии. Так, что ж мы сегодня делать? По идее, после эпизода ход должен быть следующий эпизод. Но! Это только по порядку. А ведь по сюжету у нас вот другой эпизод, в котором Люк прилетел к Йоде обучаться. Давайте посмотрим. Вот, у нас будут свинки-манекены. Ну, вернее, фальшивые свинки. Свинки для тренировки. Это нас якобы Йода учит. Вот Йода внизу сидит, как вы видите. Тюни, как бы, по идее, должны быть гораздо сложнее, чем обычные. Ну, якобы. О, смотрите-ка, сразу получилось пройти. С одного раза, да? Хорошо. Вот, да, смотрите, как... Уже... Что такое? Что такое? Дитика. Нет. Ничего с ним не случилось. Здесь нужно будет тренироваться. Ну, то есть... побеждать фальшивых свинок. Оп. Так, как-то так, да? Потом, короче, вот так вот. Очень странно, да? Ну, думаю, может пойти, да? Смотрите-ка. Готово? Готово. Извините, что я комментирую плохо, но, увы. Ладно, сейчас будет как-то по-нормальному. Он даже тут засел. О, банава, смотрите-ка, Дарт Вейдер фальшивый. И не просто фальшивый, а заряженный силой. Как же так-то? При его уничтожении, видите, камни падают. У нас здесь будет, кстати, не только Люк, тут будут еще и другие, но... Они сейчас попозже появятся. Чё за фигня? Чё за фигня? Я не хочу так делать, я хочу заново. Тут 40 уровней тоже, но мы пройдем не все сейчас. Конечно, вы уже знаете, что мы всегда не все проходим, да? Шамбам. Да, по идее, этот эпизод, кстати, должен быть платным. Ну как, то есть один уровень бесплатный, остальные нужно покупать. Но, во-первых... Пока версия, он бесплатный. Так, вот, смотрите-ка, тут у нас защита из камней. Сможем мы пролететь тут? Интересно, а? Нет, конечно, но Дарта Вейдера можем удалить. Мгновенно. Амана, никак. Но, кстати, Дарт Вейдер не является свиньей, как свиньей, то есть его уничтожать не обязательно. Ну, вот этого фальшивого не обязательно. Ну да. Это все Йода подстроил. Фильм, кстати, тоже был Дарт Вейдер фальшивый. Только он был выглядит как настоящий, не как вот этот. Чучело какая-то. Чучело, точно, надо звать это чучело. Смотрите-ка, вот мне кажется, нужно тут облететь, потому что если мы уничтожим, то будет все плохо. Нужно, наверное, уничтожить сначала взрыв. Значит, все завалит, потому что заваливать нехорошо. Заметили, у Тюта удар Дарта Вейдера сила зеленая почему-то, а не красная или синяя. Потому что это на самом деле не та сила, которая должна быть. Ну да, фальшивый. Ладно, ладно, что-то я фигню какую-то говорю. Фигня это фигня, всегда фигня. О, попадаешь. Готово, смотрите-ка. Дарт Вейдер остался, но побеждать его не обязательно. Ведь он у него меч какой-то даже не световой. Деревянный. Вот видите, мы прошли уровень. А что, в общем, ничего сложного. О! Сейчас он будет практиковаться в этих отбиваниях лучей. Оба, на сразу три, да? Ну вот и все. А Йода спрятался, да. В этой игре мы Йода не сможем поиграть. Но в следующей игре можем, да? Убить Star 2. Ладно. Вот, собственно, что у нас стреляло, это такая штука, дроид. Дроид тренировочный. Ну, так он называется. А, по идее, нужно толкнуть как доминошки. Смотрите-ка, видите, даже можно так делать всегда. Жим. Да, сейчас скоро будет уже не Люки. Давайте посмотрим. Когда же не появится?
Седьмой, G7, G. А тут нумерация от G. Вот, видите, уже не люк. Хотя, по идее, был только люк. Ну и Редваш тоже. Ждем. Давайте пристрелим. Что? Вот сюда? Дроида можно разворачивать тоже, чтобы он мог покостить. Чё говорю? Вот. Пойдет. Хотя можно было, конечно, повалить камни, но зачем? Ладно, нет 3 звезды, да? Чё за магия? Чё за магия? Блок в блоке застрял. Так вот. Смотрите, дроид развернулся, теперь он будет стрелять сюда. Ага, ну криво как-то. А этого чё, никак, что ли? Можно вручную победить его. Ах, ладно. Кто тоже будет уровень в космосе, поэтому... Примерно через некоторые мгновения, по-моему, с 10-го, с 11-го. И не в курсе. Вот, этот уровень, смотрите-ка. Здесь свинки заперты. Нужно долеть Дарта Вейдера, чтобы он смог... Что смог отразиться. Где может толкнуть эту палочку, чтобы... Я не помню, как правильно толкать. Да, смотрите-ка, давайте сделаем вот так. Вот так точно что получится. Толкаем палочку, и оба-на, отражается, и... И нифига, да? Да ну! Тяум, нифига. Ладно, еще раз, попытка номер 2, подтолкнуть эту палку, чтобы она наклонилась, и... Выстрел попал в динамит. Выстрел не попал в динамит. Со вторым таким аж удастся, смотрите-ка. А! Не совсем, да? Не совсем. Что ж. Вот. Криво, да, все равно. Он может облететь и его смузи. Давайте отразимся с помощью. Да! Получается. А, ну толкнуть палочку вот сюда, скорее всего, смотрите-ка. Ну да, тут совсем немножко не очень просто, но... Давайте помучимся с этим уровнем. А! Это единственное полезное решение, вот попасть вот именно в эту палку, и чтобы она оттолкнулась и повернула. Туда, куда нам нужно. О! Глядите-ка! Да заметьте, я не говорил вам это, но шлем остается. И он бесполезен. Пусть, но все равно удача удалась. Где Йода? Где Йода? На каждом уровне есть Йода, кстати. Он может прячется. Вот, 11-й. Конечно же, в космосе. Повстанцы откуда-то появились из ниоткуда. Откуда-то из ниоткуда. Смотрите-ка, веревочка. Думаете, опасно? Ну да. Бум, все. Ну здесь вот надо постараться, правда, попасть. Нифига. Кто не старается здесь? Что же это такое? О! Смотрите, идеально, да? Отлично. Все готовы. Ну, смотрите, планета была чистая, но... Даже мини-планета, ну... Мини-планеты. Тренировка в космосе, конечно, глупость какая-то, да? Кто будет вылетать в космосе? Тренироваться. Так, вот так. Бабах не будет, бабах не будет. А вот так, смотрите, смотрите, сейчас получится. Лапа с меню готова. А теперь куда? Куда? Вот сюда вот. Странно что-то, да? Ведь, а почему, а что происходит? Ну ладно, давайте собьем вот так, и все.
Бабах! Остается только свинья последняя. Ага, ее мы и так сбили. Йода доволен. Ведь он лыбится, гад. Нет, не лыбится, нет, наоборот. Злой какой-то. Ага. Вот тут, скорее всего, лучше не трогать ничего, чтобы оно не упало. Лучше, наверное, просто взорвать. Это было легко. А, смотрите-ка. При приближении эти метеориты снизу, они кривятся. Очень страшно, очень странно. 14-й, ну да, 20 найдем сегодня. Бим. Неверно. А если лучше облетать с другой стороны, смотрите-ка. Лучше сбить метеориты точно, ну это... Получилось. Вот как-то так вот. А-а-а, поросенок остался, глядите-ка. Скрытый. Ну, ладно, ладно. Пусть, наверное, и так пойдет, наверное, да? Смотрите-ка. Какая уж разница-то, все равно не три звезды будет. Ну, это редко, что получилось три звезды. Очень редко можно сделать. 15. Ну да. А! Относительно отлично. Сейчас смогу ли я задеть? Думайте, смотрите-ка. Ха-ха-ха, получилось. А теперь? Ну, криво, ну ладно. Придется пристрелить. Я просто решил ничего не говорить сейчас. Не волнуйтесь. Так вот. Теперь, видимо, надо облетать, взорвав динамит. Не знаю, обязательно ли взорвать динамит, но не нельзя. А, это же простой уровень, смотрите-ка. Тут есть, вот здесь всего лишь метеорит скрытый. В динамит. Надо просто попасть, чтобы оно взорвалось правильно. Или нет. Ну, наверное, так было. А. Ну ладно. Ну что, ждем-то? Ух, ужасно, ужасно, да? Что ужасного, спрашиваете вы? Да так. Смотрите, опять уровень похож на Angry Birds Space. Например, вот эта пластинка мне напоминает всегда Angry Birds Space. Всегда. Здесь как-то странно получилось. Не знаю, зачем нужно было разрушать эти палочки. А, это они должны толкаться. Тогда объясняет все. Смогу ли я облететь? А, ну, да. Ну только вот остается. Вот этот уровень сложный, даже для прохождения. На мой взгляд, смотрите. А может нужно... О! Ну да, остается задеть сразу двоих, но это... Сможете ли вы сделать такое? Хорошо. Еще разок. Это может удастся. Вот, сменилок и там еще. О! Это тоже вариант, да? Ладно, давайте сейчас попозже используем способность меча. Нифига не поможет. Ладно, есть путь другой, есть путь иной. О, глядите-ка, надо, наверное, так было сделать. Возможно. Не знаю, правильно ли это или нет, но...
какой-то результат кривой есть. Ну, сначала нужно делать так вот. Потом уже все остальное. Вот. Зачем же тогда эта планета нужна? Чтобы кривить, да? Эх, ладно. В общем, может получиться все и так, но... А! Ну нет. Ну если бы я не поморхнулся, то бы все хорошо было бы. Как я делал? Вот так, что ли? Я не помню, я не уверен. Ну да, смотрите, это хорошо работает. Ну вот, и все. Теперь только... Ай, да ну вас! Глядите-ка, во-первых, я не попал, во-вторых, эта штука... А это только 15-й. 17-й, ура! Чё за фигня? Сколько уже турнир пытались пройти? Я не знаю сколько. Не спрашивайте меня в этом. И опять тоже... Да ну! Свинья же она была тут, но я ее уничтожил. Я летел вот так, смотрите. А! Что за? Да ну, теперь еще и тут поросенок. А может он забьется сам? Нет, тут не пройти так. Что происходит? Я не знаю, что происходит. Я не знаю, как это правильно сделать, но... О! Из этого что-то может выйти. Смотрите, я дождался. Есть! Наконец-то мы прошли этот уровень, это ужасно было, это сложно, тяжело, я устал выходить из этого уровня. Всего еще сколько? Еще три? Еще три, ужас. Смотрите-ка, ну да, три всего лишь, и все. Всего лишь, блин. Ой-ой, еще какая-то фигня, ну что за этим делать, уже все. Ох ты, магистра Йода сидит. Нифига. Оп, ну да. Готово. Ну вот, все испортил. Все. Да скучно уже начинается, потому что мне скучно. Потому что. Устал я. Проходите-то. Еще раз можно лететь так же. И нифига опять, да? Смотрите-ка. Если мы собьем одну свинью сейчас, то облетим и собьем другую. Иногда мои планы не работают. Иногда они отлично получаются, даже когда я так не рассчитывал. Смотрите. Чудесно. Может надо было облетать, сбивать другую свинью? Свинью. Теперь облетаем с другой стороны и забиваем свинью. Нифига. План мог хорошо получиться. Что у тебя там есть? Что-то в этом нету опять. Да что ты будешь делать? Смотрите, нифига не выходит. А?
Да ну вас! Ай, их слишком много, чтобы их одолеть. А так получится. Так одна свинья уничтожается. О! А может надо было здесь лететь всегда? Смотрите. Смотрите-ка! Могло получиться, если бы мы сделали так. Ну ладно. Еще два, и все. Давайте отдохнем от этого. И... На блоке. Что так подвисает слегка. Вот, Мисси, теперь лучше Дарта Вейдера не трогать, потому что он... Закроет ворота, если что. Вот эти ворота, да, он может скрывать их. Вернее, он не может, надо найти... Вот, смотрите-ка. Вот это слабое место, ну надо просто, чтобы лучи отразились и все. Ладно, с нескольких птиц тоже может получиться. А теперь после тима разбиваем всех. А, по идее можно забить, смотрите-ка. Не успеем прилететь. И двери закрылись. Можно, конечно, закрыть двери и сломать их, но это много слишком птиц потратится при этом. О, а вот здесь может что-то получиться. С этим отражением надо постараться. Криво, криво. Ладно, есть попытка ногу другая. Вот так, вот может быть смети. Вот с другой стороны. Вот так удастся, может, сочно, точно. О! А можно ли пролететь вот так, смотрите. О! Стоит столкнуть все. О, его сожмет, точно! Готово! Ух! Ну да, это было не так сложно, но все равно утомительно. Эти ворота могут... Фух, ужасно. Что ж. Следующий уровень представляет себя Дарта Вейдера в лифте. Последний на сегодня. Ну, тут, похоже, надо просто сломать. Все. Он приезжает. Ну да, ему нужно уничтожить, потому что иногда свинки... Свинки-то останутся, если не уничтожить ничего. Вот ёва. Не знаю, зачем это нужно было штуковина, но ладно. Из четырех птиц прошел сразу, ну и все. Готово? И готово. Ух, увидимся в следующей серии. Это... Назадин. И мы открыли уровень за звезды. Ура! Всем пока! Уровень, видите, показанный в виде тренировочных дроидов. Продолжение следует. До новых встреч! Да, посмотрим на нашу таблицу достижений, смотрите-ка. Ясный Чубакка, да. Слушайте, слушайте, вы слышите это? Свинья фальшивая хрюкает. Ладно, всем пока. Увидимся в следующей серии. С вами был Фасадник. Я повторяюсь, пока.